мальчики. Девочки там не работают. Мальчики. Потому что девочки не умеют ни стрелять, ни пушки зарезать, ни танком водить. Они только ждут, пока их друзья победят или проиграют. Поэтому девочкам нельзя. Они защищают родину нашу. Учатся воевать. Солдаты ты в армии стирают. Они тут в армии, там дают плюсы и маги. Стреляют, защищают девочек. Поют, кровати сами направляют. Но берут автоматы и идут на войну. Стреляют, шагают. На танках ездят, на парашютах прыгают. Стреляют у немцев. Храбрым, сильным, классным. Он должен прыгать и много стрелять. Красивым, сильным, крепким. Милые. Сильным. Нет, потому что они не боятся. Нет, потому что девочки только плачут. А мальчики не плачут. Потому что их туда не возьмут. Мужики не плачут. Потому что они большие. Чтобы хорошо учились. Желаем нас освещать. Чтоб кушали много каши. Чтоб хорошо воевали. Чтобы не уставали, не плакали, не дрались. Чтоб они кушали, никогда не плакали. Учиться маршировать. Пожелаю, чтоб всех они убили. Чтоб они вырезали. Чтобы мальчики защищали нашу родину. Солдаты, не плакать.